Доброе время, с вами Виктор Дублин. Доброе время суток. Вот мне пришлось вернуться, поскольку я просто-напросто забыл вот это ведерко, которое хочу набрать компост. Ну и здесь мы с вами можем еще прогуляться и посмотреть, что тут у нас творится. Вот видим, следов много. Вот один червячишка. Вот он второй. Как видим, довольно маленький. Не гнилые. Вот такие. Но тем не менее, они могут попасть в беду. Как на солнце. Вот здесь. Так. В лужу, куда они бывают, заползают. Вот видим, вот он, один утопленник нам уже встретился. Но вот этого мы спасем. Вот, видите, откуда я вернулся, от самого шлагбаума почти вспомнил, что не взял. И вот видим, вот эти ребята, вчера здесь парочка так засохла. Вот наблюдаем с вами картину непосредственно. Пара на солнце погибает червячков. Очень символично. Ну а вот этих мы, конечно, спасем. А вот этому вчера пришел конец. И этому тоже рядышком живой. Так что не зря вернулись, поскольку здесь еще бы несколько штук пострадало, как мы видим, по вчерашнему опыту. Двое засохших только что я вам показал. А вот этих мы с вами десяток другой соберем. Вот этот, видите, этот погиб вчера, потому что я собирал всех, и живых, и мертвых. Последние пойдут на корм живым, спасенным уже в этих коробушках. Ну а пострадавшие вчера, вот видите, как выглядит, его даже трудно сошкрябать отсюда. Вот так путешественники неудачливые заканчивают свою жизнь, оставляя рисунки такие на бетоне. Вот. Каждый раз я их всех сошкребываю, чтобы убедиться, новый это или старый пострадавший. И, как видим, каждый раз появляются вот новые такие у нас вот жертвы, кое выползли, видимо, уже даже днем бывает и такое. Вот когда благоприятное расположение звезд, вот вчера я все тут зачищал, их не было, а сегодня, пожалуйста, вот десяток погибших мы с вами вовлечу наблюдаем здесь. А тебя мы, парень, спасли. Вот, пожалуй, и все. Теперь окончательно мы отсюда уедем. Сейчас наберу ведро привычного корма, и мы с вами на даче будем расселять тех, которых я собрал месяц назад. Вот видим двоих утонувших. Вот это вот один. Вот второй. И видите, как я провожу кормление смесью номер один. Сегодня мы еще с вами поедем. Ох! Ох, лебеди как летят, красота какая. Видите, да? Вот там за компостером.
Раз, два, три, четыре, пять. Десяток лебедей полетело. Ну вот, скажите, разве это не медитация? Спасение червячишек. Встреча первых лучей солнца. Трели соловьев. Это просто удивительное, оздоравливающее занятие. И я вот даже при такой температуре, всего меньше где-то около 15 градусов, без наколенников, никакой боли не чувствую. Еще 5 лет назад я бы уже свалился. Вот. А теперь я уже забыл, когда костыль из машины доставал. Вот только вам как-то показывал. Вот такая у меня созидательно-оздоровительная физкультура. Чего я вам желаю. На этом наша физкультура сегодняшняя закончилась. Вы уже несколько тут попутешествовали. Здоровья вам и благополучия.